Скажи, пожалуйста, как ты сравнишь первый тур? 2-2 сыграли. С кем играли? С СНВ. С СНВ, как ты оцениваешь шансы сейчас во второй игре? Должны против побеждать. Против Рокао, да? Должны То есть побеждать. Уже наступило время победы? Конечно. У вас сильно изменился состав последний с прошлой недели? 2 игрока основы добавилось. То есть, в принципе, Рокао стоит, ну, вас бояться, да? То есть, да? Мы выйдем шестером и выиграем. Какая у вас тактика? 4-4-2. 4-4 сыграть или 4-4 тактика на поле? 4-4-2 на поле, да. Ага, понятно. И как ты считаешь, кто первого забьет? Ну, попробую угадать, кто первого забьет в вашей команде гол? Первый гол забьет вот эти Паха Ригой. Паха Дмитрий. Или вот эти бутсы все-таки? Вот эти бутсы все-таки. Левая нога, да, вот это. Спира. Итак, сейчас выступает команда Алиталия и команда Рехао. Идет полностью разминка. Хотел узнать мнение по поводу игры. Есть страх перед предстоящей игрой или нет? Ну, волнение есть всегда. Вы только что играли перед этим игру, да? Нет. То есть это первая ваша игра? Первая сегодня. Ага. И мы в прошлый раз у них выиграли. А, выиграли, победили, да? То есть, 5-2. В принципе, тогда расслабление в команде или нет? Но первый тайм был очень упорный, да, проигрывали, догоняли. Угу. Во втором тайме дожали, поэтому волнение есть, но страха нет. А хотел спросить, у вас появились некоторые лица новые, да, в команде? Так, ну, практически тот же состав, может быть, там один человек. Первый матч с каким счетом закончился? 5-2. 5-2. И прогноз на этот? Ну, надеюсь, мы выиграем, да. То есть победа все-таки присутствует. А я еще хотел сказать, какая тактика на эту игру? Уже обговаривалась или нет? Тактика пока в секрете, да. Не будем разглашать, ну, да. Ну, все равно видео увидят потом, в конце, уже после всего. Основная игра на результат, победить, да. Будет какая-то основная, четверка или как-то? Будет играть все. То есть играть все, то есть поиграет каждый, да? Каждый обязательно. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, первая игра, как у вас закончилась? 5-3. Легко ли было или нет? Ну, я бы не сказал, что легко. Довольно-таки хорошая команда Sport UA. Ну, как бы не первый год участвует в этом турнире. Поэтому не просто было. Ну, вторая игра у вас с кем? Вторая со Скифом. И как ты считаешь, будет точно так же или нет? Ну, я никак не считаю. Игра покажет. Ну а как бы ты охарактеризовал матч с Кивсиа? С Кивсиа очень интересный матч получился, держал в напряжении до последней минуты. Вот, Сиа проиграла, ну, хотя не заслуживала на поражение. Больше я ничья, думаю, да? Да, больше ничья. А вот про этот матч, что ты скажешь, Рехао сейчас вроде бы проигрывает, да, даже? Рехао сейчас играет, по-моему, ничью 2-2. 2-2, да? Да. И что ты скажешь? Ну, как бы Рехао, я смотрю, вроде бы на голову сильнее этой команды Алиталия.
Почему-то у них не сложилось. Еще раз доказ, футбол есть футбол, да? Да, все может футбол быть, есть футбол. Понятно, спасибо. Скажи, пожалуйста, ты уже видел сегодня несколько матчей, причем не несколько, а все. Вот есть ли удивления, которые тебя поразили, результаты? Есть ли, которые ты вот знал заранее, что так состоится? И кого бы ты сегодня вообще из команды отметил? По поведению, прежде всего, и по игре? Ну, сейчас с позитивной стороны хочется выделить команду «Аль-Италия», которая сыграла в первом матче с СНВ 2-2. Причем выигрывали 2-0, могли закончить матч победой, но не удержали счет в концовке. И вот сейчас «Аль-Италия» тоже выигрывает у сильной команды, достаточно «Рихау», 3-1. Матч еще продолжается, но хорошие шансы у них. Я думаю, они еще могут побороться за выход из группы. Удивила также «Благодать» сегодня сильно очень, то есть разобралась с командой «Новинар», сборной журналистов, в принципе, там такая была качели, но все-таки дожали в конце «Благодать». Ну, а так, в принципе, равные команды, равный уровень, хороший уровень, поэтому... Организация на высоком уровне. Да, благодаря организаторам ХФЛ. Артему Кондрашову и Владимиру Гнолюку, который разочаровался во всех видах спорта после того, как узнал подробности личной жизни Владимира Кличко. Скажи, пожалуйста, ты сегодня уже забил? Еще не забил. Еще не забивал? Еще не забил. Скажи, пожалуйста, ты сейчас как готовишь очередной выпуск статьи «Футбол»? Да, готовлю очередной выпуск, надо кое-что сделать. Как ты считаешь, следующая игра у тебя будет возможность забить? Я думаю, будет. Насколько ты можешь, ну, сказать, сколько, 2-3 гола? Один. Один точно будет, да? Достаточно. Хорошо. А ты в первой игре принимал участие? Принимал. В первом дне, ну, я имею в виду первом дне. А, первым дне забил один. В первом дне, да? Да. Ага. А как отличается игра вашей команды по сравнению с, ну, с прошлой субботой? У нас стало меньше. А мы качество стали игры? Сыграть. Как ты считаешь, из группы вы выйдете? Сложно сказать. При нынешнем нашем результате, я думаю, у нас шансы не очень. А кто из команд понравился? Вот, ну, если ты с профессиональной точки зрения посмотришь на этот турнир. Ой, я, честно говоря, видел не очень много игр, поэтому затрудняюсь ответить. Даже нет какого-то одного названия, да? Все, ну, как сложно сказать. Я не следил, поэтому так на бумы произносить не буду. Надо смотреть и за командами, хотя бы посмотреть несколько игр для того, чтобы сравнить их. Хорошо, спасибо большое. А все зрители говорили то, что мы на голову выше. Что произошло с вашей командой? Я не знаю, может, не повезло, может, это в какое-то время. То есть, как бы, может, не зря ваш тренер кричал, не расслабляйтесь первого, когда был заезд шаровой. Может, можно сказать, а вы все-таки почувствовали соперника. Именно недооценка, да? Недооценка, да. Но это сыграло уже катастрофически, да, для вас, или дальше все-таки вы будете побеждать? Я думаю, сейчас настроимся. Следующую игру выиграем. Угу. Скажи, пожалуйста, ну все-таки вот в чем тебя удивил соперник? Или вообще ничем не удивил? Не удивил, что хорошая команда. То есть, как бы, сыгранные ребята, все, видно сразу. То есть, у них дисциплина очень на высоком уровне. Ну, то есть, достойно хорошей команды. То есть, как я понял, ну, как бы, не ничья, как бы, можно сказать, тут не победа соперника, а больше, наверное, ваш спорт. Я думаю, что заслуженная ничья, потому что, как мы, так и не имеем до момента. Ну, у нас, короче, больше было, но не повезло. Это футбол. То есть. Хорошо, спасибо большое. Сегодня взял за 30. Спасибо. Спасибо. Скажи, пожалуйста, почему вся команда разминается, а ты таким отцовским взглядом наблюдаешь со стороны? Контролирую, команда же молодая, играет, поэтому ее контролирую. Тебе уже двигаться не надо? Скажи, пожалуйста, хотел задать вопрос. У вас сегодня, ну, заметны новички, да, которые, в принципе, не участвовали до этого? Ну, по крайней мере, в первом дне. В первом дне, да. Но они как бы заявки, все. Ну да, я понимаю. Были там свои, то есть... семейные дела. Ага. Ну, как ты считаешь, они усилили команду, да, или нет? Однозначно, да. Скажи, пожалуйста, вот у вас была первая игра. И кто из игроков, ну, кого бы ты вот отметил? В принципе, ты имеешь право это сделать. Почему? Потому что уже... Снимаешь авторитет в команде, кто бы... В принципе, многих тут. Кто усилил, допустим, Костик Алания, Костик Овчар появился, два защитника хороших. В принципе, вся команда хорошая. А вот со Скифом нету страха? Да, команда одна из сильнейших команд города Киева. Ну, я знаю, кажется, у нас там и наши футболисты играют, поэтому боятся Скифа, не боятся. Ну, это ж не мини-футбольная команда, что ваша, что Скиф, правда? Нет, да. То есть это как бы получается такой, я не знаю, как это сказать, эксперимент, да? Это один из этапов подготовки к сезону. И как получается, что ваши игроки играют за Скиф?
почему их к себе не забрали? В аренду отдаем. То есть вы добрые, да? Нет, у них просто есть свои взаимоотношения с командой. Ага, я понял. И попробуй твой прогноз. Может, или ты не любишь прогнозы? Нет, я. Вообще не любишь, да? Да. Победить сильнейший. Я понял. Хорошо, спасибо. Сейчас мы наблюдаем странную картину. Организатор команды Сия находится в руках организатора и лучшего игрока ХФЛ. Саня, что ты здесь делаешь, пожалуйста? Ты от Богдана получаешь как бы опыт. Это я и хата не моя. Я моральный заряд получаю, немножко настановленную игру от игрока, тактики, от организатора, организаторских способностей. Кифу обидно было проиграть? Немножко да. Но все равно не хватило для победы? Замен. Денег. Я думаю, замен. Самый основной замен. Физики, просто моральный физики. Но в дальнейшем будет лучше, да? Надеюсь, да. Ну, помешала наша неграмотность в том, что мы заявили на турнир много игроков. Мы рассчитали, что люди работающие, два человека. Почему вы Петрука не взяли сегодня? Работа. Работа, да? И слава богу, что не взял. Хорошо, спасибо. А сейчас хотелось бы узнать действительно мнение двух опытных людей, одного из лучших организаторов футбольной команды, одного из лучших игроков города Киева. Вот, в целом, сегодняшний турнир. Ты видишь, ну кого бы ты бы отметил? Ну, кроме команды Сия, которая рядом сидит, это понятно, уже похвалил. Большому счету, я, ну, как бы, если честно, общаюсь в основном с друзьями. Я мало смотрю футбол. Я мини-футболом практически не интересуюсь. Вон Камынин, так пообщались о планах, скажем так. Он бегает, интересно. С ребятами, с друзьями. То есть в голове, как всегда, дела. То есть просто футбола нету, да? Хорошо. Сия много друзей, поэтому. То есть друзья лучше сегодня? Да, вот я сегодня с друзьями, я не там, поэтому хорошо. Комментировать так. Что-то вижу, что-то не вижу. Вот интересно, а в этой команде ты за кого из друзей больше болеешь? Такой компрометирующий вопрос. За Диму Хлопячева или за Максима Камынина? Вот два друга бегают. Ну, как сказать. Или в этой игре ты за Сашу Банникова, да? Я за Сашу Банникова. Я понял, хорошо, спасибо. Виталий, ну а тебе скажи раз. Но все равно, вот кого бы ты отметил, вот как из игроков? Ты вообще сам мини-футбол любишь? Нет. Я понял. Это не мое. Но все равно попытаюсь спросить, скажу вас, ну вот кого бы ты отметил, какую-то команду или нет? Хотя бы Свет или опять? Да, третью команду лучше. Здесь нет профессиональных мини-футбольных команд. Просто люди бегают. Есть какое-то понятие, но в целом. Ну а вот как твое мнение? Вот команда Сия, команда Благодать, это все-таки... Благодать, да, даже Старт. Была очень хорошая сезон. Ну да, но они как бы все-таки команды большого футбола. Как у них на мини-футболе получается? Что-то получается, но в основном. Я понял. Лучше пускай играют в большой футбол. Так, я пойду им это сообщу. Лично. Спасибо. Ну, а тут события продолжаются. Пока что ничья, да? Вроде Благодать 1-0. Благодать